На форуме предприятия группы «Газпром Республики» впервые представили экспозицию, которая объединила 13 структурных подразделений газовой компании. Уже несколько лет в регионе действует ассоциация «Газпром» в Башкортостане. И это, как говорят в компании, позволяет решать вопросы сообща и более эффективно. Ассоциация образована 4 года назад по инициативе предприятия «Газпром Трансгаз Уфа». Время показало, единой командой, а в целом компании насчитывают 25 тысяч работников, проще решать производственные и социальные задачи. В этом году решили, что, наверное, будет правильно уже и выставку, участвуя в юбилейной выставке в этой, уже участвовать совместными усилиями, тем более, что наши дорожные карты развития и планы нашего развития, инновационные планы, они зачастую переплетаются, и все мы являемся участниками той или другой программы. Будь то «Газпромбанк», будь то «Сагаз», или будь то «Газпром нефтехим Салават», «Газпром газораспределение», ну и, конечно же, мы «Газпром Трансгаз Уфа». Среди стратегических задач ассоциации – повышение надежности газотранспортной системы и реализация программы импортозамещения. Уже реализуются проекты с республиканскими производителями. В частности, с уфимским компрессорным заводом в ближайшее время намечен выпуск оборудования для газомоторной техники. Также в «Газпром Трансгаз Уфа» достижением называют совместную с уфимским моторостроительным объединением работу по повышению надежности приводов АЛ-31СТ для газоперекачивающих агрегатов. «Газпром Трансгаз Уфа» – одно из передовых предприятий во всей системе «Газпром». Я почему об этом говорю? Потому что, во-первых, бываю у вас каждый год обязательно. Бываю и в других предприятиях, которые занимаются перекачкой газа. Именно здесь появилось очень много новых технических решений, связанных с переизоляцией трубопроводов, с проведением реконструкции компрессорных станций и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что «Газпром Трансгаз Уфа» на правильном направлении действует, и желаю от души этой компании всяческих успехов.